Всем привет! С вами Костя. Мы сегодня поговорим о второй лиге, подведем промежуточные итоги чемпионата 2012 года. Сейчас перерыв, команда отдыхает, может быть, кто-то уже начал подготовку ко второму кругу. И самое время взглянуть в таблицу, посмотреть, с каким багажом команды подошли к летнему перерыву и какие планы у команд на предстоящий второй круг чемпионата. Сейчас таблица из себя представляет достаточно интересный вид. У нас сформировались несколько таких групп. Есть ярко выраженная группа лидеров, это места с 1 по 5. Собственно, наверное, эти команды и будут определять и чемпиона, естественно, и распределение на пьедестале почета. Оптима Фарм, Гашек, Кавказ и Юзы Вепр. Есть более или менее выраженная тройка аутсайдеров, команды Титан и Galaxy, но Духовного Возрождения или Интерспорта нет, сейчас это место остается быть вакантным, потому что пока что команды, которые бы заместила организаторы лиги, еще не нашли. Ну и довольно плотная группа середняков, идущих с 6 по 9 место, там разница между командами 4 очка, и в общем-то в этой зоне тоже места могут в течение оставшихся туров довольно с большой периодичностью тасоваться. В общем, чемпионат проходит довольно любопытно, и есть неожиданные результаты, есть очень серьезная интрига в борьбе за призовые места. Вот сейчас мы вкратце остановимся на каждом коллективе, вспомним, как он проводил чемпионат, ну и попытаемся спрогнозировать, что ждать от команд дальше. Начнем снизу. Команда «Духовное возрождение» снялась, но тем не менее за то время, которое она была в лиге, они успели набрать 4 очка. Ну, в общем-то, наверное, на них мы останавливаться особо не будем. А переходим сразу к Galaxy, которая со второго круга вроде бы как должно сменить свое название. У ребят, если я не ошибаюсь, есть планы называться то ли «Возрождение», то ли, ну вот, по-моему, название близкое к этому. Когда они примут решение и сообщат об этом организаторам лиги, естественно, мы тоже с вами об этом узнаем. Ну что сказать, ребята проводят пока сезон крайне слабо, у них всего одна победа, причем, если я не ошибаюсь, эта победа была в результате технички. Две ничьи, они сыграли в ничью с тоже не хватающими звезд неба, с Ливерпулем, с Домом Архитектора. В общем-то, пока не ладится. Но при этом нельзя отнести их к совсем уж безнадежным аутсайдерам, потому что, в общем-то, интересные исполнители в их составе есть. Не хватает, наверное, может быть, какой-то вот сыгранности, уверенности в своих силах. Может быть, не помешал бы забивной форвард, потому что по тем играм, что мне доводилось видеть, они создают много моментов, но реализация явно хромает. Ну и, может быть, не помешал бы им толковый исполнитель в защитную линию, который бы как-то наладил там взаимодействие игроков, привел все там в порядок. В общем-то, думаю, что они как раз вот в момент летнего перерыва и занимаются решением всех этих игровых организационных вопросов. Потому что, в общем-то, положение пока что ихнее, ну, нельзя назвать безнадежным. Да, там отрыв от идущего на 12 месте Титана 3 очка, то есть он вполне, его можно сократить, наверстать то, что было упущено в первом круге. Поэтому нужно с оптимизмом для Galaxy смотреть дальше. А мы переходим к Титану, команда, которая тоже пока что не блещет. Отчасти эти проблемы в первом круге были вызваны тем, что долго отсутствовал их организатор, и как следствие команда во многих матчах не собиралась. Были случаи, когда они вообще там шестером или всемером приезжали на игру. Естественно, о каких-то результатах в такой ситуации говорить сложно. Поэтому, собственно, две победы, две ничьи, в общем-то, это весь их актив на сегодняшний день. А так, в принципе, это молодой и амбициозный коллектив, у них амбициозный организатор, который хочет чего-то достичь,
Хочется верить, что во втором круге у них будет получаться лучше. Дом Архитектора очень любопытная команда со своим игровым почерком, со своей философией, можно так сказать. Команда, которая делает ставку на молодых исполнителей, которым 15, 17, 16 лет. Ну, отсюда и присущие всем молодежным командам футбол, такой немножко бесшабашный, которым не хватает дисциплины, но есть много желания, такой задор. Вот. Да, у них много не получалось, они много проигрывали, причем было много разгромных поражений, когда они наталкивались на команду там, уровня Вепра или Гашики, там случались крупные счета, но тем не менее были и неожиданности, были сюрпризы. Например, они, не помню в каком, сейчас я вам скажу, в 12-м или в 11-м туре выиграли очень крупно у Грифона 5-0. То есть такой неожиданный результат был. И в тот же или на следующий день они играли перенесенный матч с КЛФК и смогли достойно противостоять одному из лидеров, отобрали у них очки, сыграли 2-2. Причем это ничего можно назвать волевое. Они гол, сравнявший счет, забили уже под конец встречи. То есть у команды есть серьезный потенциал, и они, наверное, видят, в общем-то, то направление, в котором двигаются. Я думаю, что со временем это будет такая серьезная сила и, в общем-то, такой возмутитель спокойствия второй лиги. Переходим дальше. Ливерпуль тоже какими-то серьезными завоеваниями похвастать пока не может, но, наверное, Влад, организатор этой команды, сейчас ставят несколько иные задачи перед коллективом. Естественно, основная задача для них – это подготовка кадров для первой команды, которая пытается чего-то достичь в первой лиге. А во второй лиге, ну, тут, наверное, больше поля для экспериментов, для просмотра игроков. Но, тем не менее, было много матчей, на которых Ливерпуль старался подтягивать, в общем-то, неплохой состав. И иногда им это удавалось, как, например, в середине первого круга они умудрились обыграть команду, идущую на сегодняшний день на первом месте. Они выиграли 2-1 у Optima Farm, причем победа волевая. Они проигрывали по ходу матча 0-1, но во втором тайме сумели забить 2 гола и добились победы. Наверное, это можно рассматривать как одна из самых громких сенсаций за первый круг. Так что, как видим, при определенном стечении обстоятельств, при определенном настрое Ливерпуль может попортить нервы кому угодно. Вот. Ну а пока что они идут на 10-м месте. Какие-то перспективы подняться у них весьма смутные, потому что вот идущего на 9-м месте Грифона их отделяет целых 9 очков, то есть серьезное расстояние. Но тем не менее и расслабляться им тоже нельзя, потому что разница с 6 очков с предпоследним местом вроде бы комфортная, но тем не менее, если слишком уж как-то забыть о турнирных задачах, она может очень быстро испариться.